Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мифические легенды». Так, что у нас тут? Ага. Так, ну что, будем этого мужичка менять? Да, у меня появился новый герой. Уиллоу. Но она пока имеет 5 уровень, поэтому я не буду ее брать в основной состав. Давай-ка мы, наверное... Вот. Блин. Все чемпионы-союзники получают 11. Так, к здоровью, да? Ладно, оставляем пока Артуса. Ну что, поехали. Такс. Ну что, смотри. 4800. Лейтон. Ох, ничего себе у нее тут. И причем, я смотрю, одни воины, да? Одни воины. Так, а если мы... Даже не знаю. Наверное, я ничего не буду менять, сразу пойду в бой. Сразу пойду в бой и посмотрим, чем это у нас закончится. Ё-моё, лучницу мою уничтожили. А что она делает? Слушай, она запускает какую-то волну. Видимо, эта волна лечит. Так, пока победа за нами. Росшейд. Это следующий мой противник. Так, что мы выберем? Костяной амулет. После того, как чемпионы Некрополя погибают, они живут еще 3 секунды. Чемпионы Некрополя. Это вот эти вот. А это скорость атаки. Слушай, я, наверное, быстрый штурм возьму. Дай-ка я гляну на противника. Ага, лучница. Блин. Что-то надо, наверное, здесь поменять. А вот что? Я, наверное, знаете, что сделаю? Возьму... Так, а если мы, например, вот этого возьмем? Будет прикольно или нет? 5-100. То есть у нас мощь упала. Мощь у меня упала тогда, значит... А если вот этого? 5-300. 5-400. Вот так вот. Слушай, а давай попробуем. Что у нас из этого получится? Интересно мне знать. Ай-яй-яй, мага замочит сейчас. Ух. Фига, этот ассасин тут наяривает. Так, ну что, победили мы. Блин, по-моему, как-то громко, тебе не кажется? Так, ну что, мы опять победили. И теперь мы будем драться с Диого. Так, кого тут взять? Наверное, Алвара. Да? Да, возьмем Алвара. 5600, ё-моё. Так, ну что, у него тут лучники. Так, и он... Шестой есть. А у нас, ребята, 5 уровень, да? Вот тебе и проблемка. Плюс лучники. Как же тут? Ладно, давай, наверное... Давай попробуем. Поехали. Но здесь я, наверное, конечно, проиграю. Мне так кажется. И что он делает? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, проиграл я, к сожалению.
Лучник этот вообще не в тему здесь стоял. Ну, здесь, ребята, из-за уровня я еще профукал. Потому что у него уровни были намного круче. Так, 5 секунд перемещается по арене, нанося... Нет, фигня. Вот. Это я, пожалуй, возьму. Но тогда нам придется брать лучниц. Верно? Верно. Давай возьмем так. И вот так. Подожди-ка, у нас боец лишний. У нас боец лишний. Вот этого, наверное, уберем. Блин, 5500 и 5800. Ну как-то вообще не в тему. Совсем не в тему. Так, а чего у противника там? Два лучника. Окей. Блин, вот этот мне не очень нравится. Я, наверное, поменяю. Я поменяю вот этого на... Вот на этого. Да, мне кажется, так будет лучше. Ну что, поехали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Мне кажется, Паштара надо уже убирать. Ну смотри, смотри, что происходит. Вообще не тянем. Что-то у нас тут не выходит. Совсем не выходит. Я так проиграю. Я вообще опустился до 6-го места. Крит удар не будем брать. Наверное, вот это вот возьму. Так, ну-ка посмотрим, что вот здесь. Слушай, я Паштар, наверное, уберу все-таки. И вместо него возьмем... Может быть, еще одного лучника взять? Что будет, если мы возьмем, например, вот так вот? Допустим. Так, у него ассасин есть? Есть ассасин, вот он. Плохо, но я попробую все равно, ребят, подраться. Поехали. Хочу глянуть. Так, у него есть два ассасина, оказывается. Да ну что ты? Ну, есть. Так, ну что, здесь неплохо мы сыграли, кстати. Блин, теперь с этим. Аустинатор. Ну, давай глянем, что тут у нас. Аустинатор, ходячие мертвецы. Чемпионы леса... Нет, это мне не надо, я, наверное, возьму ходячих мертвецов. Так, что там за аустинатор? Ага, вот такая команда здесь. Давай-ка вот так, наверное, поставим. Попробуем вот такой командой. Поехали, бой. Фига он там нахапал. Он тоже взял зомби, прикинь. Ё-моё, чё нас охлучники-то поливают? Есть! Да, нас там лучники издалека поливали не кисло.
Лейтон выбывает. Так, трое выбили. Я на четвертой позиции пока. Так, амулет пустыни. Чемпионы пустыни восстанавливают по 10% от своей максимальной маны в секунду. Ну это фигня. Наверное, вот это возьмем. 5600. Так, здесь лучник. Ой-ой-ой, у него тут... Да, сильная команда, если честно. Сильная, ребят. Но, тем не менее, я хочу попробовать. Так, у него три. Три перка взято. Ну... Давай, 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 родные. Лучницу. Все. Слушай, ну прикольно. Сейчас я бы сказал, даже было очень хорошо. А у стенатора выбывает. Шировин. Так, кого тут взять-то? Цидару возьмем, наверное. Так, хочу посмотреть, что за Шировин. Два ассасина, я смотрю, здесь. Блин, жестко будет, наверное, мне кажется. Поехали. Я, по-моему, ему в прошлый раз проиграл, да? Этому Шировину. Ты что утворяет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мой? А мой ты чё? Вот. Мой все-таки среагировал. Я уже думал, простоит на месте. Так, Диога проиграл. Прикинь, я первым стал. Я занял первую позицию. Обалдеть. Кольцо гнева, прочный щит. Давай пылающие стрелы прокачиваем. Пылающие стрелы. Ну что, друзья мои, 5700. Смотрим. Наверное, должен справиться. Наверное, ребят. Так, а у него что? У него не показано. Или показывается? Так, у него тоже есть зомби. У него щиты. Поехали. Посмотрим. Давай, 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 родные мои. Все, ассасин минус. Ну что ты? Друзья, я только одного не понимаю. Почему его герой прыгает быстрее, чем мой? Вот это для меня непонятно. Так, ну что, я опять остаюсь с Шировином. Один на один. Я возьму дракона. Я возьму, друзья, дракона. 5900 против 6400. Ну что? Сила с нами, надеюсь. Поехали. То, что дракон выпал, это хорошо, ребят. Оу. Вообще без шансов. Просто без шансов. Готов. Ну что, ребята, я чемпион. Как ты видишь. Первое место. Опа, сундучок хороший. Так, давай смотреть. Монетки. Уиллоу. Клия. Ксабер. Квеган. Цидара. Нефезия. Деньги. Рюфель. И Идон. Вот так вот. Ну что, я тебе скажу, очень даже неплохо. Очень неплохо.
Че, он у меня может... Нет, не может. А вот здесь можно улучшить. Так, теперь по армии. Это у нас вихревой удар, который крутится, да? Отлично. Так, он у меня какой? Уровень 6 становится. Этот 4 уровень пока не будем его брать. И Цидару тоже пока не будем брать. Опа, награды. Так, ну что, друзья мои, наверное, еще один поединочек мы сыграем, да? На дорожку, так сказать. Классический турнир. Таинственный лес. Ну что, давай посмотрим. 4800. Вот такой у него отряд. Ну что, я, наверное, пока менять ничего не буду. Попробуем. Пока, как говорится, получается, будем этот отряд юзать. Ну у него, смотри там. Йо, нифига, ассасинов, сколько там нахапал. Эй-эй-эй-эй-эй. Есть. Два лучника остались. Два лучника в живых остались, прикинь. Так, ой. Мы против Оя будем, да? Так, а вот у нас амулеты. Ну, некрополь у нас только два бойца, да, получается. Значит, мы, наверное, все-таки... возьмем заточенный клинок. А вот здесь уже помощнее парень. Нифига себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А он что, 8 уровня, что ли? Точно, ребята? Ну, тут, наверное, шансов у меня нету. 8 уровня. А я 7. Я в любом случае, ребят, не смогу его прожать. Как бы я не хотел. А это смотри, что вытворяет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда ж ты прыгнул-то, дурачок? Прыгнул куда-то сюда. Вон надо было куда бомбить. Слушай, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если я здесь проиграю. Только лишь из-за того, что он 8 уровня. Вот и все. То есть, грубо говоря, ему просто повезло. Так, дред. Кого выбрать? Неру я возьму, наверное. Нам нужны на нее карточки. Так, ну тут 5-100. Тут, наверное, я сразу, ребят, даже смотреть не буду. Сразу в атаку пойду. Кстати, когда ты проигрываешь, ты не получаешь никаких бонусов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, сейчас меня... Ну, есть, мага завалили. Фьюх, ладно, здесь хотя бы справились. Что? Так, я на второе место перешел. И опять с Уманом драться мне? Так, все получают крит. Давай, выберем крит. Фиговые перки мне выпадают, если честно. Очень фиговые. Так, 5200. Кто у него там? Понял. Поехали. Лучница это вдалеке. Пока мои там дойдут, блин. Слушай, ну здесь мы вообще быстро запинали. Очень быстро запинали. Угу. Теперь я стал опять первым. Так, а вот он, да? Ой, 8 уровня. Это единственный, который здесь стоит. Я еще не знаю, как он кому-то проиграть умудрился. Так, урон всех ассасинов. Это понятно. Когда случайно чемпион умирает, он взрывается и наносит 50% урона.
Когда случай начнем, так, 50, наносит 50% урона всем врагам на расстоянии одной клетки. Ну, не знаю, друзья, что получится из этого. Так, мы против некроманта. У него лесовики. Ой-ой-ой, а что у нас так тут? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Зомби тут. А он такой медленный был, ты видел вот этот чувак? Он очень медленный. Ты видел, что он сделал? Он отразил атаку первую. Ничего себе. Как он проигрывает, я не могу понять. Смотри, у него уже сколько здоровья. Так, у нас опять Омен. Так, укротитель получает 30% шанс блокировать атаки врага спереди и сбоку. К скорости атаки в начале боя. Ох, не знаю, зачем я беру этот амулет, друзья мои. Нифига там у него вихрь, там что только он не нахапал. Эй-эй-эй-эй-эй. Есть. Ну что, вот и Омен получил по башке. Этот выбыл, как? Я не знаю, ребят, я его не смог победить. Ну ты видел, 8-й уровень. А тут мы его разобрали. Так, снижает получаемый урон, если легенда проигрывает в бою на 5%. Я возьму, наверное, лучше смертельный удар. 5900 против 5700. Вот не знаю, что получится. Почему именно на этого-то камень падает? Я не могу понять. На одного, вот на этого. С чем это связано? Блин, а, у нас же... Подожди, у меня не было зомби. Это его зомбари. Ё-моё, распетрушат нас сейчас. Я в шоке. Я в шоке. Выиграли мы. Лазинхо погибает. Так, я опять с Уманом. Ух ты, Калах. Выбираем. А кто такой Калах вообще? Ну-ка, почитать можно про него? Бросает до 3 камней во вражескую цель. Каждый камень наносит 750% урона от атаки. И при повторном срабатывании навыка число бросков удваивается. Чувак, который бросает камни. Что-то новенькое. Так, ну что, погнали. С Омоном мы уже дрались. Ох, нифига он там нахапал. А почему у меня-то так мало? Этот сейчас взорвется, будет финиш, если он взорвется. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты видел, одним прыжком убил моих лучниц всех. А нет, одна все-таки вышла. Так, Омен упал. Так, ну, считаем мы вот, блин, самые такие топовые остались. Ух, дракончика я, наверное, возьму, ребят. Я возьму дракончика. Слушай, ну я с этим, с обедом ДХ не играл. Я не знаю, что нам от него ждать. Там у него и маги, там и ассасины. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Хорошо, что у меня есть дракон, но... Ёк-макарёк, ну... Давай-давай-давай, есть! Слушай, довольно легко мы этого обеда забомбили. Так, у нас еще поединок, да, получается? Последний. Драконит. Конечно, драконит возьму. Поехали. Блин, то есть у меня
У меня боец, ребята, превращается в дракона. Вот что. Ой-ой-ой, что-то тут как-то... А что так не задалось-то? Нормально, нормально. Слушай, ну это прикольно, ребятушки. Вообще отлично сыграли мы здесь. Просто шикарно. Так, опять первое место. Сейчас получим еще наград. Так. 24 кристалла. Ух ты, пилум. Какой-то новый лучник, друзья мои. Деньги. Артус. До 8 уровня прокачиваем, прикинь. И Морт. Шикарно, просто шикарно. Во-первых, прокачиваем нашего Артуса. Теперь я могу брать в армию до 8 бойцов. Что не может не радовать. Так, Морт. Ага, с ядовитым облаком. Как раз топовый чувак. Для моей армии самое то. Получает 150% скорости атаки и выпускает одновременно до 3 стрел в течение 8 секунд. Нифига себе. А у меня монет нет, прикинь. У меня нет денег. Получить награду. Так, что у нас тут? Сундук. Мне нужны деньги. Много денег. Так, Нефезия. Цидара. 49 монет. Так, у нас 526 кристаллов. Может быть... Может быть, нам приобрести в магазине все-таки? Так, где у нас там? Сундучок. Калах. Морт. 9350. Я офигею. Слушай, легендарный сундук продается. Что скажешь? Ну, мифический, конечно. Блин, ну, роскошный мифический сундук. Девяносто пять процентов заполнено. Вот тут надо. Чё тут каждый раз, когда получаешь золото, в тайник добавляется 22% от заработанного золота. То есть в деньгах проблема, да? Слушай, ребят, я, наверное, все-таки куплю легендарный сундук. Смотрим. Так, Грейл Ворлд. Монеты. Морт. Уиллу. Квеган. Вот так-то. То есть Квегана я могу прокачать, да? 200 монет стоит Квеган. Наносит 150% урона и улучшает всех соседей на одну клетку. Ну, всех соседей в районе клетки. А этого, к сожалению... А, могу. И получает он всего лишь только 3 уровень. В общем, друзья мои, нам нужно вот эту шкалу накопить. А вот что дальше у нас будет, я не знаю. Ну что, а на сегодня, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!